О, у нас есть кто-то, смотрите, кто-то нам зашел. У него нет контента, только поэтому он идет в задницу. Но... Ну и что я сделал? Тут, в принципе, какая разница на количество человек? Да, продолжите, исключив этих игроков. Здесь в любом случае скучно. Если будет бегать кто-то еще, не будет интересней. Забирать гранаты, то захочется его убить, а... Ты включил Friendly Fire? Нет, я тебе не дам такой возможности. Я тебе не дам возможности отомстить за Borderlands. О, да. О, да. О, так это самая первая миссия из... Карта из самой первой миссии за людей. Аптечку я уже нашел. И одного зомби я хотел сказать. Одного чужого я уже нашел. Это чё вообще? Блин, мне показалось, что это дробовик. Не знаю, они бы какую-нибудь прокачку сделали, скиллы добавили. Не знаю, там... Сюжетное бы что-нибудь придумали, но в самом деле. Просто зачищать чужих, это как-то... Это какой-то мавитон. Не мавитон, это как это называется? Когда скучно и однообразно. Мне просто на ум приходит слово «жопа» только. Скажи «не камильфо». Ну, «не камильфо» это когда... Это, тебе не хочется этого делать. Это немножко другое. А тут как бы, ну... Что? Эта скотина пыталась изнасиловать ящик, потом еще от меня ушла. Рейджер, да убей ты его! Убей эту скотину! Я назову его Патрик. Мы только что убили Патрика, поздравляю. Да что? Вот... Какая радость убивать их дробовиком. Ладно, я взял винтовку. От него хоть звук прикольный. А где енот? Енот, по-моему, там один... Ой, это что такое было? По-моему, сейчас только что чужой покончил жизнь самоубийством. Нет, это я его убил. Я предлагаю просто стоять на месте и стрелять. Блин, они как тараканы, а? А кто-нибудь гранаты находил? Смотри вообще, куда енот забрался. Нет. Енот, как ты туда забрался? Я не могу забраться на соседнюю. Енот проявил свои снова скиллы. Енот в деле, в общем. Енот вернулся. Хотя я тоже сюда сам зашел. Окей, нам просто на эту нельзя зайти. Так что енот... Ну енот, конечно, проявил свои мини-скиллы, но он взял все от этой игры, что смог. А, да, кстати, буря, смотрите, буря стала это, гуще. Просто как кисель. Будем называть ее кисельной бурей. Сдохни, скотина! Кто посмел меня стрелять? Ну-ка на. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, больно. А, блин, это вы показываетесь на радаре, я-то думаю. Рейджер, нет, они окружают тебя. Примени аптечку. Вы чего про аптечки забывайте? Они тут, по-моему, бесконечные, так что... Ну, восполняется... Я не забываю, меня пыталась за ногу притянуть эта херня. Она очень хотела твою ногу. Она была прям как собачка. Черт, на патрон. Какая уродина из меня сзади постоянно била? Можно вообще в хардкорном режиме. Ты только что пнул, ты только что пнул этого чужого. Ты видел, как она держала меня за ногу? Нет, я только видел, как ты ее, как она, как ты ее пинал. Она решила тебя отомстить за это. Черт, я не знаю, ну хоть дайте гранату, хоть быть веселее. Что за десантники-то через ограду перепрыгнуть не могут?
Ну как, десантники поколения Xbox. Каши мало ели. В Xbox много играли. Вообще, в принципе, тогда кашу не ели. Если так по логике судить. Ну-ка, иди сюда. Разберемся, как мужики. Иди сюда, я сказал. Вот, и в жопу я ему расстрелял, как мужик настоящий. Тебя, рейджер, больше не хватает за ноги никто. Пока нет. Вот, зато эта хрень пыталась меня это... Чё такое было? Енот спер аптечки. Ух ты, ни хрена себе, единый залпом мне дали ачивку. Тебе рейджер не дали? А, это нет, это... Дали. Дали единый залпом? Видимо, да. Это либо за что-то кооперативное, либо... Фиг знает, мы что-то, видимо, сделали. Интересное такое. Енот что-то вообще на аптечке подсел. Ваша команда должна убить 20 врагов за 60 секунд в режиме выживания. Как сложно. Почему мы до сих пор это не выполнили? И это как-то очень странно. Блин, так тут отдачи от пушки нету. Какая разница? Высаживай все патроны. Это я себе сам говорю. Сволочи, скотины. Не, ну как-то буря гуще не становится. Что-то какой-то кисельчик слабоватый получился. Да, Rebellion делать игры не умеет. А я все время, кстати, когда играл за чужого, терялся в этом... В помещениях, когда ты случайно там мог перескользнуть с одного, с одной какой-то платформы на другую, и у тебя сразу менялся угол обзора. В этом, зато в Aliens Colonial Marines делают лучше, там за чужого надо будет играть от третьего лица. Рейджер, я тебя почти в два раза обгоняю. Так, господи, да... Вот я не понимаю этих чужих, они что-то бегают, 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 потом спрыгивают, прямо передо мной становятся и подыхают от этого. Я не знаю, просто буду стоять на месте и крутиться на 360 градусов. Лучшая тактика. О, я вижу аптечку. Правда, она мне не нужна, но я ее все равно забрал. Молодец, рейджер, только. Оставь это мне, давай. Можно было его забить, что ты сделал. О, енот негр сегодня. Рейджер лысый, я, наверное, самый красавчик, да? Внимание, приближаются противники. Надо присесть нельзя, иначе я показался тебе. Блин, тут эти ганы и пушки. Чернушки, да? Рейджер, юзай аптечку. Не знаю, ты смотри на радар. Кто-нибудь знает, где патроны для винтовки лежат? Мне они самому нужны. Ну, где-то там. Пошли, покажу. Вот здесь валяется. Где я сейчас стою. Вот аптечка, если что, около меня. Я все равно патронов не вижу. Но они исчезли. Вот здесь лежат. Вот, около меня. Вот здесь. Вот здесь.
Спасибо. А я сам остался только с дробовиком. Енот, ты бы заюзал аптечечку. Если что, у нас тут одна есть. Я так полагаю, нам нужно держаться вместе сейчас. И мне самому патроны нужны. Во, взял. Нет, для дробовика. Черт, да не те. Ты куда? Сволочь. Все, у меня патроны кончились, вообще винтовки. Мне бы серьезно патроны бы. Ну тут хвост болтается. Твою мать. Что меня ударило сейчас? Мне какую-нибудь надо винтовку. Подожди, а что с енотом достало? Енот, он здесь. Внимание, приближается. Рядом со мной. Почему мне енота не показывает статистики? Ну потому что тут показывает только первое и второе место. Ой, господи, у меня сейчас патронов нет. Блин, да господи, дайте мне какую-нибудь винтовку. Это какой-то охота. Блин, да все патроны. Вы все патроны заграбастали, что ли? У меня вообще патронов нет. Мне бы их очень надо. Ладно, я буду с дробовиком бегать. Буду мистер дробовик. Рэджи, у тебя патроны-то есть в винтовке? Да, по-моему. Вот. А, перезаряжаться надо. Ой, как глючит, ой, как глючит. Какое мясо здесь? Он мне дали бы помощь. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько же всякого говна, Рейджер? Юзай аптечку, аптечку юзай. Быстрее! Я кажется, пыхаю. А нет. Блин, да. Отбегаешь за нас и юзаешь аптечку, вот и все. И лучше юзать, когда не один остается. Не одна остается полоска, а две. Потом аптечку просто восстановишь и все. Да, патроны к винтовке что-то как-то сегодня по праздникам, по-моему, выдают, да? О, блин, енот! Енот, юзай аптечку! Юзай аптечку! Мне саму пора юзать аптечку. Енот, надо помочь! Енот, надо помочь! Рейджер! Капец какой тут. Господи. Господи. Да. Сколько этих говнюков? Ты жопа, а? Вот прямо в задницу ствол свал и все равно не попадал. Еще 12 штук осталось. Блин, мне бы аптечечку. У меня тоже одна только осталась. Блин, а. Вот здесь вижу, у меня одна есть. Около меня. Да, в углу там.
Давай тебя прикрою. А! Да нет, аптечку! А, ну ладно, заюзал уже. Случайно. Ресурсы в говно. Патронов нет. Внимание, приближаются противники. Аптечек нет. О, как я ему вынес башку-то. Вот тут эти пошли. Королевы и короли, я не знаю, кто это, но... Но с большой башкой, поэтому отходите от них сразу же. Они очень любят. От каких отходить? С большой башкой. Вот один у меня! Он меня запер в углу! Сволочь! Он тебя садит. Fuck you, son of a bitches! А, черт! Да господи, ты сдохнешь когда-нибудь, нет? А, все, я сдох тоже. Ну да, здесь было хоть как-то. Просто мы дожили до самых сложных противников. Все-таки все равно была дикая печаль. Дикая, интересная дикая печаль. Как это интересно и дико одновременно. Ну там была просто стандартная карта. Тут же DLC все-таки за деньги покупаешь. И ты прямо чувствуешь душой и сердцем то, что ты за это заплатил деньги. И тебе хоть что-то интересное дали. И плачешь. Господи.